Здравствуйте. 9 октября вечером в Трубчевском районе Брянской области произошла страшная авария. По предварительным сведениям, 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Epica, который ехал в сторону Брянска, выскочил на встречную полосу и врезался в трактор 37-летнего механизатора. Скончались водители 15-летний подросток, ехавший в автомобиле. Был ли автомобилист трезв, установит экспертиза, уточнили в ГИБДД. Берегите себя и своих родных, не забудьте подписаться.